блядь, нахуй.
из окна, как свет горел. Вот там поворачивает вообще жопа, жопа, жопа. Там вообще нельзя. Ой, ты-ты-ты-ты! Блядь. Ёптёный дядя. Пропустил. Дебил, блядь. Это кто дебил? Да вон уебал в жопу ему. Вот сейчас. Че, блядь, не ехал-то, пиздец? Допустим, разморозится, но она же в морозилке все равно не так быстро разморозится. Ты вот даже холодильник поставь на разморозку, блин, у тебя хуй. О, блядь. Не задел тебя? Нет. Где он, улетел что ли? Гаишник. Что, чувак, живи нормально?
Где Стив? Там. Кивнула на дверь Марта, лихорадочно прикидывая, что можно сделать в создавшейся ситуации. Надеюсь, ничего. Занимались любовью, и все. Весело защебетали девицы и попятились под яростным взглядом. Что ты делаешь, блядь? Он просто ослаб, а вообще ничего, мужчинка. Для своего ребенка, чтобы она могла заниматься тем, что любит. О чем бы вы ни мечтали, английский язык – это ключ к успеху. EF English First – мировой эксперт в обучении английскому детей и подростков. EF.com. Интернет, Таня. Стоп, ничего себе. Ну один в другого въехал и поехал дальше, что ли? Да че он остановился? Остановился? Нифига. Земляк, откуда? Из Рубинского. А, я с Алихарда. Ох, ебать, копал. Так, ладно, удачи. Ничего себе. Здесь инспектор. Ёбаный в рот. Это через пидора, блядь, зеленый свет. Ты, сука, дебил нахуй. Есть. Да не. Есть. Вот это взлет. Еще один. Есть. Ну, смотри. Есть. 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 Есть еще один. Вот еще один. Конечно. Не-не-не. Этот, конечно, посерьезнее, пофиг. А вот этот нет, этому не пофиг. Капец.